Плохие песни с Эльдаром Джарахом и Юлией Гаврилиной. Просто плохие песни, там реально только песни Эльдара будут слушать или что? Сейчас разберемся, что за хуйня. Потеряли себя, внимание, нам не надо, мана, команда, манграфа, банки, зомби, там, бидон, привет, так, пока, пока. Ни хера не пила. Да, да, да. Как дела? Сам, брати! Здорово! Как дела? Как сам, брат? Ну, слушай, я... Рядом с тобой материться. Я, кстати, ни разу в жизни не слышал, чтобы ты материлась. А чё, у Дани яйца в рот брала, блядь? Дар, я не поддерживаю такой тон общения. Пожалуйста, давай без матов. Мы все-таки культурные люди. Ребята, всем привет! Это «Плохие песни». С вами Эльдар Джарахов. Юля Гаврилина, и мы специалисты в плохих песнях. Поэтому сегодня разнесем. Разнесем. Вот как это говорить не на матерном языке. Да, да, очень много вариантов. Типа раз. Давай, ты мне... Я чуть микрофон не проглотил. Не, когда надо сказать разъеб, я говорю разъем. Дурачок. Вонючка. Какашка. Умалишенный. Вау. Без царя в голове. Обманули дурака на 4 кулака. Что это такое? Бэм! Хочешь начать или мне? Ну, Цуефа. Цуефа. Ты начинаешь первым. Потеряли пацана, больше не надо ее. Я понял, блин. Лёша, ты здесь? Лёш! Лёшенька! Алёша! Чё за, блядь, что происходит вообще? Алёша! Алёша! Что за кринж, блядь? Алёшенька пропал. Всем внимание, расслабьтесь! Чё происходит, блядь, что за нарезка, блядь, мемов, нахуй, вебмов, блядь, что это за хуйня? Повторяю. Что за... Всем внимание, что происходит? Расслабьтесь, плиз. Доставку мы берем на себя. Поехали. От коньков до часов, да, пластинки битлов. Товар находишь на Авито, мы доставим его. Не важен твой регион, доставят очень легко. В ПГТ, деревню, юрту, город или село. Ну ладно, спасибо. Шики-шики, в пункт к вам приедем. Я понял, что это реклама, но она мега кринж. Я не понимаю, что за нарезка видео, что это за шоу, блядь? Уебать, лет 50. Это типа молодежно кажется или что? Закончил 8 классов, поп-поп-поп. Прочел за свою жизнь только гороскоп. Ты ж можешь умываться, без мамы одеваться. Но если ты тиктокер, это прямо потолок. Давай с тобой сыграем в прятки, хотя тебя, Эльдар, и так не видно. Блять, что? Что происходит? Вы понимаете реально, что происходит? Дай 5. Разъем. Мне интересно, у кого больше? И мне нравится, как сзади прям тухнут люди, пиздец. У тебя больше. Ну, хоть что-то. Как дела? Как дела? Теперь боец, я в ММА. Я Джарахов, Абдурозику пизда. Это было хорошо. Это хорошо. Демонах. Да, я слышал. А это наша молодежь. Да. Ваша молодежь. Звучит как политическая партия тиктокеров. Наша молодежь. Мы это как сделаем, типа, ну... Ну что вы, Кай, ну там, нормально. Было. Давай я. О, живот, блин. Бля, мне реально не по себе, ебать, кринжуха. Прикинь. А нехуй было микрокредиты брать. Бля, я облился, сука. Пусти. Слава, я главная шерсть. Может, это рофл один большой? Я настоящий Даня Кашин, это андроид, он врет. Я стримлю только на ютубе. Нет, я тиктокер, хотел сказать. Я стример на твиче, ебанулся, что ли? Туна на танцпол и свобода, подвигайся. Ну, типа. Я умею.
Бля, я как это комментирую? Случай. Такой прямо? Я иду по улице и такой, ну хоть... Мужики, я их агент. Если хотите посмотреть фул, то переходите в ТГ-канал Данила Каш. Да, ребята, у меня в описании соите брата с сестрой из донатов. Осуждаю на всякий. Пукнуть. Я пукнул, получилось громко, и надо было до посмотреть, есть ли кто-то сзади. А я посмотрел после, и там два чувака. Эльдар, привет! Вконтакт, вконтакте, вконтакте, вконтакт. Ты нужен мне, только заходить на Порнхаб. У тебя какие-то шутки прям для взрослых. Я не могу! Да! Ребят, хотите шутку покажу? Нормально? Нормально? Взрослый? Пиздец, сука, однако. Если ты взрослый. Эльдар взрослый. Ставьте классы, если вы взрослые. Говорят, мастурбация память. Ну вот это неплохо было. Так, давай я. Go. Не у себя в голове вслух. Я пытаюсь понять. С тобой в моменте пел Маркул, его никто и не заметил. Эй! Ну, блядь, спасибо, хоть что не Маркул сказали. У меня тут не просто стоит, видишь? Это в GTA RP, ребят, если что, вот про брата с сестрой, конечно, в GTA RP. Да там, ну, прикол был один. Свидание с княжною, Монако, она носик припудрить ушла в туалет, а я там-ка покакал, никакой надежды на секс уже нет. Эльдар, у меня к тебе разговор. Ты к этому стремился? Скажи, ты к этому всю жизнь стремился? Ну реально, ты этого и хотел? Вот, вот задай себе вопрос к себе прошлому. Эльдару, который был 8 лет назад. И спроси сам себя из прошлого. К этому ли я стремился? Это ли то, что я хотел всю жизнь? А про шептуна было на танцпол? Можно еще раз? Пусти шептуна на танцпол. Что? 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 Почему? Я не понимаю! Бля, я тоже! Прикинь, мы с тобой хоть чем-то похожи, Гаврилина. Я реально тоже нихуя не понимаю. Мой мальчик едет на коляске. Зря в ванной наспор пускал он фейерверк. Да мне только сейчас дошло. Это же реально пиздец. Ну это реально пиздец. Отвечай, мне вот кидали в шоу это, я начало посмотрел, думаю, значит, что-то, ну что-то прикольное, никак, где они наушники надевают, значит, можно контент высосать, ну это же пиздец. А что осуждаете, про то, что она сказала, ну это, блядь, осуждаю, это быдло, вот натурально, не обращайте внимания. Не, ну правда, зря, ты что, дурак, блядь. Че ты? Это реально не смешно, это реально плохо. Ну то есть, есть шоу, как Данилки Кашина, очень спорное, да, то есть я как бы, когда другие шоу оцениваю, вы не думаете, как бы, что я такой гений, да. Шоу Данилки Кашина очень спорная движуха тоже. Вообще сомнений нет. Но это прям, ну, ужасно. Но это прям мега плохо. От идеи до реализации. Еще и закадровый смех, чтобы точно смешно было. Это прям мега плохо, нахуй. Я поднимаю брюки, начав извиняться. Ведь вовремя... Ну просто шоу Данилки Кашина сделано на том, что шоу плохое. Типа, поняли? Бюджетное региональное шоу, которое пытается... ну, создатели которого пытаются делать вид, что это очень дорого все выглядит. Ну вы поняли, это намекает и логотип, который криво наклеен, да, на столе, и дверь, которая посередине стоит, через которую все заходят, типа, которая, ну, кривая. По-моему, ну, атмосфера разъеб. Просто немножко пережали с кринжем. То есть это же кринжевое шоу, на этом строится. Если здесь это тоже... Ну, идея, что, типа, именно кринж-шоу, да, вот именно как между двумя папоротниками, даже называется, или там Nathan for You, что еще там,
оригинальное шоу Эрика Андре и так далее. Ну там прям понятно, как с кринжем работать. То есть если я не справился с этой задачей, то там понятно, как с кринжем работать. Если они здесь с кринжем работают, ну это странно, потому что шутка не в... Ну, смех не в кринже, а... Да тут нет смеха, это просто ужасно. Это просто мега хуйта. Понял, что ей лишь 17. Слушайте, ну если мама рядом стоит и разрешает... У тебя есть песни, которые ты не хотела петь? Ну нет, там они какие-то очень жесткие вообще. Да? Ну да, такие странные. Типа там слова длинные, там сложно сочиненные предложения. Поняла, типа ты глупая, короче, Юль. А там есть что-нибудь про «пустите»? Да, тут есть такая. Душнила, все время секса с ним я в магазин сходила. А, во время. Типа... Я в ахуе! Кто это придумал? Кто это спонсирует? Откуда вы деньги нашли на эту хуйню? Спасибо. Да я понял. Родительский дом, а мне 35. Отец намекнул, пора бы съебать. Короче, вообще не захуй. Твой мем, прикол. А знаешь, как, кстати, смотри, мем, это вот типа такой молодежный. Спонсор Ростуризм. Прикола. Знаешь, как называются приколы для взрослых? Мем. Пиздец, я. Сука, что это? Инсулиновая помпа аж выглядит. Она такая, инсулиновая помпа такая, чел, я больше не хочу поддерживать твою жизнь. Смотри. Потому что тебя поддерживает Ростуризм. Нормально? Опа, опа. Лучшие стримы, подписываемся. Ребят, все, Слава Мерлоу сказал, лучшие стримы, значит, все под... Все женщины... Ох уж этот призрак-невидимка. Блядь. Очень ужасный Эльдар сейчас был. Ты смотрела очень страшное кино? Блядь. Подождите, у вас есть что-нибудь от красного ебала? Я... Короче, ладно, давай. Все женщины... Что это было? Короче, все... А, звук пердит. Но это же плохие песни! Туси Джуси на Туси, Гуччи Мэн на Джуси, инстасамка к себе, боюсь, не примет, и Суси. Видео мемы пошли, да, пиздец. Нарезка с мемов. Уходи, дверь закрой, и там типа поняли, пошла нахуй, дверь закрывается. Разъеб. Ну реально, это делал телек, я вам базарю. Это прям юмор телевизора, реализация вот этого телевизора. Если ты смешно переделал известную песню, отправляй текст телеграм на номер. Ха-ха, нихуя, заплатить не хотите? Нихуя, говорит. Пришли мне, говорит, смешной это самое. Давайте за меня контент делать. Нихуя себе. А мы снимем шоу, да, про это? И деньги хотя бы по 500 рублей людям платите. Ебать. Просто, говорит, присылайте нам смешные, блядь. Блядь, Эльдар, вот скажи, это то, к чему ты стремился? Блядь, что я включил? Не, главное, чтобы тебе нравилось. Что-то я, наверное, не понимаю в этой жизни, мне кажется. Что-то определенно, где-то я, наверное, свернул не туда. Ну вот, Джарахов, да не, мы тебе все завидуем, пиздец. Я бы на твоем месте прям там сидел, реально. Вот ты говорил, что я завидую там всем, тебе особенно. Ну, как бы ты не говорил, что я тебе завидую, но намекал очень много раз. Сравнивая циферки там, блядь, еще что-то. Ну, я реально, я бы... Ну, вот честно, я сейчас признаюсь, короче. Ладно, блядь, все, карты на стол. Бля, я бы очень хотел на твоем месте оказаться, реально. Я бы очень хотел в таких шоу снимать. Бля, мне очень хочется.